общая длина 20,5 километров. Из них 5300 открытых для прохода. Совершенно изумительные вещи природа творит. Просто настоящая пламенеющая готика. Встречный поезд. Температура круглый год плюс 10. Но зимой пещеры закрыты, потому что летучие мыши тут не резтятся. Thank you.
хотя мой рост точно не мешает мне ехать здесь прямо. Капельки на вас капают. Этой пещере 70 миллионов лет. Вот так еще столько же. Вот эти все сталактиты со сталагмитами соединятся в такие же колонны, как вот по пути мы видели, большущие.